Дамы и господа, в номинации «Человек года» побеждает сын маминой подруги. Давайте поздравим его. Да запарили, пошел он нахуй! Так, послушайте, не надо злиться на него, хорошо? Ведь он такой же человек, как мы. А вот и нет, нифига подобного. Я сын маминой подруги. Я и есть Жртунгбаласа. И я не такой же человек, как вы. Я сильнее, я умнее, я лучше. Я лучше вас. Да я как вышел из мамкиной вагины, так сразу же выиграл олимпиаду по математике. Когда вы и два слова не могли связать, вашу мать. Пока вы были в детсаде, я уже получал второе высшее. Я Бэтмен и Супермен в одном флаконе. Блин, я даже на фотографиях получаюсь всегда красивым. В отличие от вас. Уродливых и тупых. Бездари. Да вы должны Бога благодарить за то, что я есть. Ведь из-за меня вы хоть чего-то добились. Из-за меня вы должны что-то делать и достигать. Чтобы ваши родители не считали вас неудачниками. Я ваш личный, сука, мотиватор. Я сама охуенность. И не надо обижаться на мою офигенность. Обижайтесь на своих родителей, которые не верили в вас и сравнивали вас с чужими детьми, вместо того, чтобы просто поддержать вас. Так что это не я. А вы идите нахуй.